В Польше снова осквернен памятник советским воинам. На этот раз вандалы напали на мемориал благодарности Красной Армии, установленный на одной из центральных площадей в городе Щецин. Разрушен постамент, отколоты куски облицовки. На случившееся немедленно отреагировал российский МИД. Заявление появилось на сайте ведомства. Польская сторона, не обеспечивая защиту монументов, связанных с нашей историей, демонстрирует полное безразличие к межгосударственным соглашениям, участником которых она является. Частота, с которой совершаются акты вандализма и их циничный характер, а также то, что они происходят при попустительстве и даже прямом подстрекательстве польских властей, дают основания говорить о том, что мы имеем дело с государственной политикой, основанной на историческом ревизионизме. Городские власти давно планируют снести этот памятник, а на его месте установить мемориал в честь польских солдат, воевавших в Ираке в составе натовской группировки. Однако, как видно, мэрию кто-то опередил. Добавлю, в сентябре 2015-го в Щецине осквернению также подверглось кладбище, где покоится 3000 советских воинов. С надгробия были похищены красные звезды.